Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. Продолжаем вскрытие посылочек с Китая, с eBay. Четвертая посылочка, пятая посылочка по счету. Какая-то тоненькая, непонятненькая. А здесь, судя по всему, накладки на стики для джойстика PlayStation 4. Вскрываем, уверенным движением разрезаем. И видим, что здесь заглушки для MacBook'а. Зачем я их купил, не очень понятно. Ну да ладно. В хозяйстве это все пригодится. Цена у них где-то, наверное, доллара 2 примерно. На самом деле штуки полезные. Если MacBook их вставить, то пыль и прочая гадость залетать не будет. Тем самым защищая волшебный девайс от несанкционированного проникновения пыли. Спасибо за внимание. Все хорошо.